те же маленькие гантельки, килограммы, да? Тоже упражнение известное, его все делают, как бы. Но оно еще имеет смысловую нагрузку. Смысловую нагрузку именно, понимаю, отработки именно взрывного действия, опять использование массы инерции, отработки голеностопа. Вот что у тебя сегодня не получилось, выпрыгивание, да, попробуй. Смена ноги с выпрыгиванием. Вот поставил ногу, да, поставь ногу. Поставил, убери руки, да, вот все. Вот ты сейчас пошел, толкаешься, это прыжок пошел, вот, прыгай. Вот обратите внимание, что пятка опускается, нога мягкая, то есть фактически он делает бедром, остановись, стой. Смотрите, вот у него даже желание уже было, чтобы рука была туда. Но вот она и должна была быть на том уровне, если бы он что? Встань на носок, встань на носок, встань на носок. Во, толкается нога, которая на полу. Второй момент, остановись. Вот посмотри на меня сейчас еще раз. Посмотри, что я тебе предлагаю. Это движение то же самое. Вот когда у меня нога, видишь, падает, смотри. Я ей толкаюсь, стою. Вот обратно движение. Попробуй так сделать. Ну, поднимай левую ногу. Оп, и, оп, ударься. Не, нет, не опусти пятку, а вот смотри. Оп, встань на носок. Еще жестче. Вот, вот прямая, еще прямая. А? Правильно, вот. У тебя плоскость, понял ты. Вот я встал. Ну, да. То есть посмотри, что происходит. Здесь то же самое. Здесь ты просто поднял и встал. А здесь идет именно такое падение, выпрыгивание. Посмотри. Раз. Я падаю, видишь, сразу? Вот этой ногой. Прямая. Стараюсь сразу толкнуться ею. Маленький-маленький тут рычажок играет, понимаешь? Над плечи фактически у меня над скамейкой. Я стараюсь почти прямой ногой. Конечно, она все равно сыграет, понимаешь? Но как можно меньше я делаю. Очень высоко. Да. Чтобы она мне как можно меньше было времени затратить. Вот, 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 вот. Уже лучше. Пятками никак. Выпрямляй ногу, выпрямляй. И посмотри, второй момент. Не оставляй там руку. Ты оставляешь руку. Саша, до свидания. Саша, нет, ты в воздухе должен ударить. А, ты понял. Во, молодец. Да. Давай, давай. А почему? Во, во. Во, выше. Выпрямляй колено, выпрямляй ногу. Не остается рука. Но смысл понятен? Да. Вот ты прокачиваешь этот голеностоп, и здесь он у тебя также срабатывает. Выталкивание. Смотри, смотри ногу как выпрямляется. Не нога, которая на скамейке, а вот эта нога. Вот видишь? Да. Вверх. Иди вверх. Иди вверх. Я как бы придерживаю немножко кулак, удар идет. Вот, уже лучше. Вверх, опять останавливать руку стал. Толкайся вверх, выпрямляй ноги. Выпрямляй ногу. Вверх, вверх, вверх прыгни ногой. Вот от пола и сразу. Да ладно, пойдет, пойдет, уже в принципе. То есть это тот же самый принцип, только вот здесь. Вот ты вот подпрыгиваешь. Видишь, нога выпрямляется. Но здесь более сложный по координации, что смена руки. А так почти то же самое везде. Подскок, удар. Не рука быстрее идет, а нога. Раз, раз, вот так. Раз, так. Вот он ты, ходил, ходил, данс ударил. Оп, подпрыгнул, ударил. Данс, движение. Вот ножки, да, под собой. Почти, только не гнутся ноги. Видишь, выпрямляю ноги. Во, выталкиваешься ногами. Вот уже интересно. Молодец, рабы. Пойдет. Ну, координация вот твоя, торопится немножко. Понял? Давай, убирай гантели на место. Молодец.